На протяжении этой недели на базе ИВГУ проходят тренинги для психологов и педагогов. Базовый курс тьюторов научит их работать в ресурсных классах. Лектор из Москвы готовит специалистов, которые будут в дальнейшем трудиться в условиях инклюзивного образования с детьми с расстройствами аутистического спектра. На практических занятиях обучают специалистов раннего вмешательства для детей из детских садов и педагогов для работы с более взрослой школьной аудиторией. В стране и нашем регионе остро стоит вопрос недостатка квалифицированных тьюторов для работы с особенными детьми. После этого тренинга специалистов станет на 65 больше. Напомним, 3 ресурсных класса для детей с аутизмом в регионе откроются уже в этом сентябре. Сегодняшний тренинг посвящен прикладному анализу поведения и базовым методам на основе прикладного анализа поведения. Но если говорить об общечеловеческих качествах, то прежде всего это должны быть люди, которые понимают и любят детей, в первую очередь. Потому что роль тьютора, как ни странно, несмотря на то, что он постоянно сопровождает ребенка, основная его задача заключается в том, что тьютор по итогам обучения, по итогам своей работы должен стать для ребенка ненужным. То есть наша задача сделать так, чтобы дети стали максимально социализированы, адаптированы в наше общество, стали максимально самостоятельными.